Пожалуй, что мы уже начинаем привыкать к тому, что Хабиров периодически ломает всем все планы, в последнее время все чаще и чаще. Вот и на этой неделе он перенес оперативку с понедельника на вторник, так что сегодня оперативку не ждите. Обзор оперативного совещания правительства выйдет у нас завтра. Ну, а Ради Фаритовичу, наверное, мы пожелаем успехов на выставке в Екатеринбурге. Там проходит очередной Иннопром. Промышленность Отечества, конечно же, в опасности. Наверное, нужно уделять этому повышенное внимание. Надеюсь, что хоть какая-нибудь польза от этого участия будет. В этот раз ничего не слышно было про многомиллиардные стенды и участие республики в этом всем. Видимо, он там всего лишь скромный гость. Так что ждем результатов, ждем оперативки, которая у нас перенеслась на один день. В остальном же, вот это отсутствие Хабирова в республике, которое он нам обещал аж на две недели, прошло действительно незамеченным. Я констатирую то, что отсутствие главы республики в самой республике никоим образом не ухудшает и не улучшает дела, которые здесь идут. Мэрия потихонечку беснуется и упражняется в безумстве. Ведомства плывут все так же вниз по течению. Так что отсутствие или присутствие Хабирова, судя по всему, не сильно сказывается на то, как мы живем или то, как мы будем жить.